Провести выходной день на свежем воздухе, получить яркие впечатления и эмоции смогли гости благотворительного осеннего фестиваля. Областной штаб Общероссийского народного фронта совместно с благотворительным фондом «Рождественская звезда» и конно-спортивным комплексом «Алмазово» организовали досуг для подопечных фонда, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, а также для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Самое важное – это чтобы человек ушел отсюда с добрым сердцем и с положительными эмоциями. Мы всегда только этим и руководствуемся. Такое изречение «дари добро». Вот нам приятно, что мы дарим добро, дарим какой-то кусочек маленькой небольшой радости этим детям, родителям. На призыв организаторов принять участие в благотворительном фестивале и подарить радость тем, кто нуждается в поддержке, откликнулось немало неравнодушных людей. Крупные компании и предприниматели организовали фудкорт с бесплатными угощениями. Шеф-повара готовили для гостей праздника различные блюда на свежем воздухе. А подкрепившись, любой желающий мог прогуляться по комплексу «Алмазово», сделать различные фото, в том числе и на мотоцикле. Нести свой вклад в благое дело решили байкеры мотоклуба «Blacksmith MC». На фестиваль приехали мотоциклисты из Щелково и соседей городов. В 21 веке, вот сейчас, у нас очень много всего, кроме одного. У нас не хватает добра. Не хватает добра, не хватает понимания. И вот когда самые разные люди собираются вместе, мы видим, что, наверное, есть какая-то надежда на то, что этого добра будет еще чуть-чуть больше. Весело и интересно провести время в такой настоящей атмосфере добра сегодня смог каждый участник фестиваля. А кульминацией праздника стала прогулка на лошадях. Какой же праздник без концерта? Свои творческие номера гостям фестиваля на протяжении нескольких часов дарили коллективы и солисты из Щелково и столицы, а специальным гостем программы стал известный рок-музыкант, мультиинструменталист и автор песен Артур Беркут. Если у меня есть такая возможность, если есть возможность помочь людям, я всегда, не только я, вы посмотрите, сколько здесь людей, сколько людей, которые поддерживают именно такие мероприятия. Я считаю, что для меня это очень большая честь. Этот сказочный мир для того-то и нужен, чтобы жизнь просыпалась с каждой ночью. Красивое выступление, вот, и танцы у них, очень песни красивые были, вот, мне очень нравится тут быть. Радость в глазах детей, такие искренние эмоции, то, ради чего неравнодушные люди собрались в одном месте и в одно время и организовали этот праздник. Благодарственное письмо от главы городского округа Щелково руководителю благотворительного фонда «Рождественская звезда» вручил заместитель главы администрации Дмитрий Толмачев. Не остался незамеченным труд всех тех, кто внес свой вклад в благотворительность. Руководителям компаний и организаций, принявших участие в фестивале, вручили благодарственные письма от депутата Государственной думы Сергея Жигарева и фонда «Рождественская звезда». Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.